В стране поклонения идеям Чучхе сегодня выбирали местные органы власти. Северокорейцы голосовали за депутатов народных собраний, срок полномочий которых составляет 4 года. По традиции была отмечена рекордно высокая явка. Уже к 2 часам дня по местному времени к избирательным участкам пришли более 90% граждан. Выборы проходили в праздничной обстановке. На улицах были вывешены государственные флаги и плакаты, призывающие население выполнить свой гражданский долг. На главных площадях Пхеньяна и даже на избирательных участках выступали коллективы самодеятельности. Нынешние выборы – первые после вступления в должность руководителя КНДР Ким Чен Ына, сына предыдущего правителя страны Ким Чен Ира и внука основателя республики Ким Ир Сена.